Мы сегодня на даче готовим квас натурального брожения, который будет традицию у нас стоять на улице. Да. Через 3 дня мы будем пить квас вкусный, домашний, газированный. Начинаем? Начинаем. Что мы делаем? Вон, Настя правильно показывает. Сахар. Высыпаем. Начало. Сахар. У нас уже есть закваска. Давай помогу тебе рассыпать. Закваска у нас уже была. Она состоит из хлеба. И с водой. Хлеба немного, хлеб немножко воды. И они у нас продели. Продели. И вот получилась вот такая закваска. Теперь мы насыпали килограмм. Полкило сахара, пол-литровая баночка, пол булочки хлеба. Саша, бросай. Настенька, бросай. Это очень просто, но зато очень хорошо в очень жаркую погоду выпить холодненького, освежающего кваса. И полезного. Очень и вкусного, газированного. Да. Все, наливаем водичку. Давай водичку налью я, а тут тяжелая. Еще. Для супика очень хорошая, супа я. Все. Цикл ваш. Ждем несколько дней, пока наша закваска начнет бродить. Займет жаркую погоду, ну, 3 дня, ну, максимум 4. У нас прошло 4 дня, квас уже готов. Теперь будем доставать хлеб. Так. И сыпал сахар. Еще поздно. И что ты ей будешь делать? Мешать. Мешай. Что? Ой, это квас тяжелый. Мы эту банку выем бутылку. Мы теперь будем пробовать. Можно пробовать. Тяжелая бутылка. Вкусно. Лайк. Что, настоящий квас? Настоящий самый. Мы соберем его домой. Ну что?